Всем привет! Сегодня хочу показать вам шкатулочку. Это шкатулочка от фирмы Wood Stitch. Я уже не первую работу буду вышивать от этой фирмы. Приехала ко мне посылочка из магазина иголочка.com.ua. Это украинский магазин. Я вам оставлю ссылочку внизу для перехода. Там очень много представлено производителей украинских, которые у нас в России стоят гораздо дороже. Но и мне хочется что-то необычное. Я еще вам покажу в следующем видео сумку. Обалденная сумка. Но вот сейчас это видео хочу снять именно про шкатулку. Я ее получила и сразу хочу начать вышивать. Посмотрите, здесь вот такие подсолнушки. Вы знаете, да, что логотип моего канала «Подсолнухи», поскольку у нас в Оренбурге везде вокруг поля подсолнечника. Кто подписан на мой канал, жили были, видят, когда мы ездим на природу. Всегда показываем эти красивые поля. И вот такая шкатулочка интересная попалась мне на глаза. Конечно же, я не могла пройти мимо. У магазина «Иголочка» есть канал на YouTube, я вам тоже оставлю ссылку. И там вот на такие вещи есть обзоры. Посмотрите, здесь игольница, мусорничка, вот еще такой маленький контейнер-отсек для ножничек или для иголочек тоже можно его использовать. Вот здесь выдвигаются вот такие ящички. Ну, в общем, мне хочется посмотреть, как оно все это собирается. Посмотрите, здесь вот такие вот детали на деревянных заготовках, дырочки вышиваются. Но я уже вышивала от этой фирмы, поэтому знаю, что качество дерева здесь очень хорошее. Также здесь есть в комплекте фетр, вот кусочки фетра. Я, кстати, думала, чем будет закрыт задник, но здесь уже есть вот такие кусочки фетра, которые потом можно будет в дальнейшем приклеить. Здесь есть схемка. Вот здесь есть схемка, вот отдельно идет схемка. Девочки, бисер подбирается отдельно. Услуга по подбору бисера стоит всего там около 5 рублей, ну, в общем, недорого. Можно заказать такую услугу, подбор бисера, и в магазине вам подберут бисер по граммам. То есть там не целыми пакетиками, а по граммам. Это удобно, экономнее, чем покупать отдельно в магазине. Ну что, я приступлю сейчас к вышивке, а потом уже вам покажу, что из этого получится. Мне хочется сделать все в одном видео. Бисера в комплекте не очень много. Здесь немного вышивки. Также есть вот такой кусочек синтепона и игольничка. Посмотрите, какого цвета у меня игольничка. Здесь на превью немножечко другого цвета. В принципе, вот этот цвет мне даже нравится больше. Видите, здесь желто-оранжевый бисер и вот такой желто-оранжевый кусочек. Мне намного больше он понравился, чем вот тот в клеточку. Поэтому вот такая вот комплектация. Ну что, приступаю к вышивке. Ну что, довышивала я шкатулочку от фирмы Wood Stitch, торопилась. Мне хочется показать мои готовые работы, которые я подготовила к открытию выставки. Ну, поскольку у меня много картин, хотелось что-то такое интересное. У меня три шкатулки. Ну, в общем, все это вы увидите, когда будет видео о выставке. Там будут собраны почти все мои работы, за исключением тех, которые я подарила. Ну вот, сегодняшнее видео будет о готовых, законченных работах. Вот, посмотрите, какая шкатулка. На превьюшке она выглядит немножечко темнее, чем на самом деле. На самом деле она очень яркая, красочная. Цветов мало, всего 6 цветов. Всю ее я склеивала клеем «Момент», поскольку вот эти детальки, они все-таки могут вылетать. Прежде чем ее склеивать, я ее всю собрала, посмотрела, что все так или нет. Но когда я собрала, увидела, что все правильно. Потом я опять ее разобрала и начала склеивать. В этой шкатулочке вот такая игольничка и ящички. Девочки попросили снимать процесс сборки. Я во время того, как оформляла, фотографировала. Полностью снять видео у меня не получилось, потому что я торопилась. Но, в принципе, там и так все понятно.
В описании подробно сфотографировано, как ее собирать по шагам. Ну и сегодня в видео я, конечно же, покажу основные принципы сборки. Но, в общем, что в этой шкатулочке интересного? Вот такие выдвижные ящички. Это мусорничка. Сюда, как мы все вышивальщицы, любим собирать обрезки ниток. Но не то, что любим, их же надо куда-то выбрасывать. Вот. Но некоторые девочки даже их коллекционируют. Ну, в общем, здесь вот такой ящичек есть для этих целей. Для красоты я положила сюда ножнички. Но смотрите, чтобы поинтереснее эта шкатулочка смотрелась, я решила ее немножечко задекорировать, вернее, добавить кое-какие элементы, чтобы на выставке она смотрелась красиво. Так, еще девчонки спрашивали, есть ли фетр в комплекте. Да, вот фетр. И все детали, которые вышиты, они закрываются фетром. Тоже я клеила фетр на клей-момент. Вот такой фетр песочного цвета. А здесь вот идут дырочки, то есть можно ее вот так куда-то подвесить, ну, можно поставить на стол. И смотрите, что я решила сделать, чтобы было так более-менее красиво. Катушка ниток, наперсток. Вот так планирую, что это будет приоткрыто. Пусть это будет видно, так, чтобы было красиво. И сегодня я бегала по магазинам, искала пуговки. Пуговки оказалось дорогое удовольствие. Поштучно искала пуговки. Самые дешевые были по 6 рублей, по 8 рублей. Я искала однотипные пуговки, чтобы они были похожи друг на друга, двух размеров, и чтобы цвет более-менее подходил сюда под игольничку. Ну, в общем, вот сколько пуговичек я нашла. Вот, конечно, там было намного больше, но вот то, что я купила. Сейчас все это насыпем в коробочку. Пуговки мне, возможно, пригодятся. Мало ли, что я буду в дальнейшем вышивать или что-то мастерить. Ну, в общем, надеюсь, они мне пригодятся, эти пуговки. Вот так. Вот. Это специально у меня так было задумано. И еще, чтобы полностью уже завершить декор вот этой вот шкатулки, есть у меня вот такие иголочки. Смотрите, какие красивые иголочки, они с сердечком. Вот сейчас я выберу, я думаю, что сюда подойдут зеленые. Так, тут вот иголочки очень высокие. Я еще маленькие иголочки приготовила. Сейчас покажу, для чего высокие нужны. Подумала, если сегодня пуговки не найду, завтра уже выставка, то насыплю бусины. То есть вот у меня были бусины, я хотела их сюда насыпать. Вот такие еще есть у меня булавочки. И беленькие тоже. Так, ну, наверное, я сюда маленькие булавочки вот так воткну. Я думаю, будет красиво. Желтенькие нужно добавить, поскольку здесь подсолнушки. Так. Вот так вот. Посмотрите, что получилось. Наверное, я другие цвета добавлять не буду. Мне кажется, хватит. Слишком много не нужно. Ну, в общем, эти булавочки я специально покупала для того, чтобы вот так задекорировать. Вернее, мне нужно показать функциональность этой шкатулки на выставке. И поэтому вот так все это будет стоять. Вот. Хотелось мне что-то такое интересненькое к выставке приготовить. Я думаю, что у меня получилось. Вот, я думаю, что интересно всем будет посмотреть на такую шкатулочку. И еще хочу показать две игольнички от волшебной страны. Это вот такая балеринка и вот такая вот феечка. Фея вишневого сада, наверное. Вот такая вот красивая феечка. И вот сюда сейчас я тоже несколько булавочек воткну. Много не буду. Несколько. Так. Здесь у нас получается
Так, красный цвет. Так, красненькие. А сюда голубенькие. Правда, голубенький такой у меня цвет. Так, может быть, беленькие? Наверное, беленькие. Я думаю, белые нежнее будут смотреться. Вот так сейчас. На самом деле, вряд ли я их буду использовать под игольнички, потому что у меня иголки все в коробочках, потому что у меня их очень много. Но вот так вот для выставки будет красиво. Что-то мне кажется, три маловато. Как-то три маловато. Как-то бедненько. А то вроде как у нас у рукодельниц нет игл. Так, и здесь у меня голубой яркий цвет. Ну, пусть будут все белые. Вот так. Все. Пусть будет 5. Я же люблю много. Чтобы у меня было много вышивок, много иголочек, много пуговичек. Вот это. Девочки, это уже болезнь. Тихо, Ричик. Девочки, это уже болезнь, чтобы было всего много. Так, ну вот, что у меня получилось. Вот так это смотрится. Так красиво. Эти вы уже видели. Наборчики я их вышивала в трансляции. Там мы подробно о них говорили. Фетр, вот вы, наверное, уже видели. Здесь красный фетр, а здесь голубой фетр. Девчонки, люблю я вышивку на дереве, вот для таких изделий. Мне кажется, смотрится очень красиво на полочку, если поставить. Вообще обалденно. Здесь, смотрите, какая подставочка вся резная. Ну, в общем, что я хочу сказать. Фирма Wood Stitch абсолютно не хуже, чем «Волшебная страна». А даже, может, и лучше, потому что там разметка есть. Вот. И посмотрите, от «Волшебной страны» вот эти две игольницы как отличаются по размеру. То есть вот это вот поменьше, вот платьице, а вот эта феечка, она в два раза по работе, так в два раза больше. Вот. Девчонки иногда не любят вышивать деревяшки, говорят, нитка цепляется вот так вот за крылышки, за мелкие детали. Ну, наверное, мне нужно показать, как я вышиваю. Я переворачиваю саму работу, то есть когда вот у вас нитка снизу, вы вытаскиваете, потом вкалываете иглу и вот так работу переворачиваете, и тогда не цепляется. Но все равно, конечно, бывает, кое-где цепляется, но все-таки легче. Как-нибудь зимой, может быть, я покажу в процессе, как я вышиваю. Вот. Ну, в принципе, я приспособилась, мне нормально. Девочки, вышивать я люблю, но когда нужно что-то оформлять, это у меня всегда остается на потом. То есть одну работу я практически никогда не оформляю, когда несколько сажусь и в какой-то один день занимаюсь оформлением. Вот как сейчас я оформляла все три игольнички. Они оформляются по одному и тому же принципу. Немножечко отличаются тем, что здесь приклеивается вот эта вот подушечка. А вот здесь, вот в этой шкатулке, она пришивается. Вот, видите, желтая строчка. Я брала нитки мулине, 3 штуки в 3 нити, и вот так пришивала. В принципе, все это легко делается. Вот, а потом уже вот эта вот площадочка приклеивается к нижней части. Вот, ну, в общем, вот так шовчики смотрятся красиво. Ну, в общем, что я делала? Смотрите, у меня получилось 3 лоскутика. Лоскутики от «Волшебной страны», они уже вырезаны кружочком, а от Wood Stitch нет, там просто шел квадратный кусочек ткани. Обязательно я их погладила. Затем квадратный кусочек вырезала. Мне легко было вырезать, потому что я наложила круглый на квадратный и вырезала по этому же образцу. Как раз кусочек ткани был точно такого же размера. Ну и затем нужно по краешку его собрать. Когда мы его собрали, вкладываем кусочек синтепона, который шел в комплекте.
Ну, то есть, неважно, синтепон или синтепух у вас, хлофайбер, неважно что. Главное, чтобы был пушистый, мягкий. А вот, вложили его в серединку. Вот, видите, потуже его нужно сложить. Затянула краешки, туда вложила деревяшечку, все как показано по образцу. Но смотрите, что я сделала не так. Вот здесь, вот в этой вот шкатулочке, нужно затянуть края ткани. Я их затянула сильно, то есть затянула, что у меня абсолютно не видно было просвета в серединке. И то же самое я сделала у волшебной страны. Но у волшебной страны дно открыто, видите? И получилось, что вот здесь у меня узел. То есть вот здесь прям был узелок. А нужно было чуть-чуть стянуть по краю, чтобы видно было деревяшку. Но недолго думая, я взяла вот такую глянцевую обложку от волшебной страны, вырезала кружочек и положила его, приклеила на дно. Вот. И вот так у меня получилось все закрыто. У меня под рукой не было фетра. Фетр уже у меня переехал в новую квартиру. Вообще сюда идеально было бы кругляшочек фетра. Но я его могу и потом наклеить. Любую наклейку сюда, какую-то, я не знаю, даже свой какой-то логотип, например. Например, канал Вышивка Плюс. Но неважно, напечатаю, может быть, я потом какую-то картинку и сюда ее приклею. Ну, либо кусочек фетра. Но сейчас, видите, страна. Здесь идет страна, здесь волшебная. Ну, то есть, волшебная страна было написано. Ну, такой вот глянцевый листочек. Там были в наборе открытки. Кстати, красивые очень открытки. И пожалела я эти открытки. Сначала хотела вырезать из открытки, потом пожалела. Я зачем-то их коллекционирую. У меня вот две открытки от волшебной страны в этом наборе. Не знаю, зачем я их собираю, но они разные. Вот, и я их коллекционирую. Можно было вот так вырезать бабочку и тоже туда эту бабочку или цветочек. Ну, в общем, ладно, что нашла под рукой. Девочки, когда уже хочется спать, и на следующий день выставка. Вот. Нужно было быстро доделать, некогда было думать. Хотя, конечно же, у меня и открыток много. Но ничего, это можно потом исправить. Ну, то есть потом уже не подлезешь туда, потому что все это приклеено клеем. Но вот отсюда, с наружной стороны, можно потом вот так кружочек, если вырезать, аккуратненько вклеить. Хотя, в принципе, и так нормально смотрится, как этикетка, да, логотип производителя. Ну, ладно. Хотя никто это переворачивать не будет, но все-таки мне хотелось, чтобы все было аккуратненько закрыто. Вот. Ну, в общем, вот это единственный косяк, что я стянула очень сильно вот эти подушечки. Здесь трикотаж, и он хорошо тянется, так хорошо затянулся. Вот. Я старалась, чтобы натянут прям был вот трикотаж. Вот. И он ровненько у меня вот так лег. Вот. Ну, в общем, очень мне нравится то, что получилось. А надеюсь, вам тоже нравится. Если нравится, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.